Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Димон. Егор. Как ни странно. И это 277-й варкап. Кул Слард. Все в порядке. Играем стрейф. Длинный, на минуту. Темок будет много. И, в общем-то, мы не решили... Кто будет что показывать, поэтому давай сейчас решать. Решать? Да, есть ВК3. Как будто тут есть что показывать. Есть ВК3 дорожка, есть ЦПМ дорожка. Ну, карта ВК3 ЦПМ отличается. Ну да. Я считаю. Я считаю, что... Бляха, я ее не знаю ВК3. Ну давай играть ЦПМ тогда. Давай. Ёптвою. Ну чё у нас тут свитка ставит. Низкий потолок. И вот эту штуку. Тут можно зарезать. Но тут есть развилочка. Mm-hmm. Можно запрыгнуть туда. Но с обычного прыжка туда запрыгнуть не получится. Это тут всегда так будет? Наверное. Да. Он там... Че? Короче, тут надо запрыгивать с даблджампа. Не, по-моему, там килл всегда был. Вот с такого даблджампа нужно. Ну и тут у нас, конечно, одна и та же комната, вон там, оттуда мы видим. Тут у нас видим, опа, зеленая штука. Что это же? Что же это? А это ни хрена, понимаете? Это да. Для ВК3. Это текстура. Текстура-то классная. Да, надо украсть. Нет, не надо украсть. Мы, честно, на ВК не крадем. Видим. Просто, да, не крадем. Там у нас рампа. Стало быть, надо было делать даблджамп, прыгать сюда. Видимо, еще одну зеленую текстуру. Думаем, ха, на этот раз меня не проведешь, да? Да. А хуй там плавал? Это она рабочая. Вот такая вот фигня. Ну, это такой джампад. Тут надо сюда сразу залетать, он будет понятно. ВК3-шные дорожки. Смотрим какие-то развилки опять. Рампы. Еще что-то происходит из любого джампа. Залезть. Опа, рампа. Можно про ней проскользить так. Только тут потом будет стена и испортить никуда. Но тут есть еще кое-что. Есть вот такая вот яма. Ну, это яма, да. Ничего интересного. Она да? Не нужна. Да? Да? Может, для ВК3 не нужна? Я не тоже. Тут у нас что идет дальше? Тут у нас и вот что. Зеленой фигни нет. Есть такая штука, которая обозначает место для джампада. Рампа там такая. Нормально. Пикающий потолок, Егор. Да. Так, значит, у нас этот слик заблокирован для ЦПМ. На нем уже как-то сокол Q3. Привилегии для него Q3-шников. Ну, бляха. Телепорт понаставится их. Смотрим, еще одна зеленая штука. Может, она-то работает? А вот нет, не работает. Вот такой вот так. Ямы, ямы, повороты, повороты, выступ, и вот эта огромная яма, она пролетает прям вообще не изи на самом деле, да. Вот внутри, по-моему, нельзя прилететь. Доставляет проблемы, да, в ЦПМ, конечно. Ямы, опа, еще одна зеленая штука, тоже не работает, между прочим. Тут у нас, значит, джампад невидимый. Странно, что он выделяет триггеры какие-то там телепорты или джампады зеленым сначала, да. А потом ставит джампады и не выделяет их. Ну, это странно. Видать, может, текстура такая, что закрывает влажный элемент геймплея, по-моему. Влажный. Влажный, да. Ну, в общем, финиш. На карте нет роутов, кроме как снапзон. Ну, я аж пояснять со снапзона не буду. Пройти быстро, что ли, мне? Да, пройди быстро. Ну, блях. О, даблджамп и получился все. Ну, роуты есть, конечно, но они подвластны простым смертным. ЦПМером. Все ясно, можно заново. Ну, такой более-менее нормальный, кстати.
Использую эту яму, конечно. Почему бы и нет? Так? Ну да. Вряд ли кто-то будет проходить. Да нет, буду. Ну будет. Слики не смог перелететь. Перелетел, все. Лечу на большой скорости. Яму эту не перелечу, да? Заворот, финал. Финал. О, завернул, удачно. Удачно, 45 секунд. Неплохо. Нормально. Да. Какой там мировой рекорд? 38? 37 с чем-то. 37,9 вроде. Ужас. Промок не надо. Сейчас будет Егоров внутри показывать, да? Походу. Ну, в Q3 она не особо отличается, прям сильно. Единственное, что даблджампов нет, значит мы идем просто прямо. Здесь мы идем тоже просто прямо. Нифига себе, телепорты нас срезают. Телепорты срезают вообще все. Здесь мы строфим, здесь ничего такого. Здесь по этой горочке нужно по спейсингу хорошо подняться. Поднялся. Ну и здесь вот как раз в Q3 очень удобно будет. Ну да. Перепрыгивать. Можем использовать слик, который недоступен для ЦПМ. В Q3 джампада нет. Да. А вот этот есть. А вот этот есть. Там было придумать другую, наверное, текстуру, типа красный для Q3, зеленый для ЦПМ. В натуре. И наоборот. Вообще красная, это лава. Ой, ладно, я хочу из-за акула тут придумать. Ух ты ж, как бля, срезали. Да, странно, что в Q3 не быстрее, чем в ЦПМ. Ну. Ну и самый тупой финиш в истории. Промешался. Все? Все? Такая вот карта. Да? Да, пошли смотреть демки. Пошли, блях. Три. Блях. Мук точка. Я запустил. Ну давай, я жду тебя. Я готов. Минута 29. Гмуг точка. Плей. Без прыжка перед рампой делал. Да. Прыжок жмет. Терял. Долго. Телепорт не использовал. Зачем? Ну да, импорт не использовал. Зачем его использовал? Тоже не прыгнул. А без прыжка. И забирался просто по рампе. С понаклонной. ГФ сделал. Даю, короче, приз самого скучного варкапа. Кому? Карте этой. Ты ее задрачивал. Ну, я немножко поиграл. Немножко. Да. Три дня. Три дня. Три дня это тебе не 4, Димон. Ты не путай тут. Ну да. Между прочим. Опа. Три дня это тебе не получится. Использовал. Нафиг. Использовал тебя. Дайте это забег, челлендж. Нафиг эти телепорты называются. Да. И финиш. Финиш. Что скажешь, Димон? Можно было бы лучше, знаете. Мод точка. Вообще-то да. Вот. Где вы вот Комполомуса перейдете? А, Комполомуса? Чё? 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 Почему телепорт не использовал? Ну, кто? Натуре. С телепортами бы перебил по-любому. Я думаю. Юх. Да, юх. Комполомус. 1.20, плей. Всё, давай по очереди говорим. Я говорю. Говори.
говорю. Давай. Ник перед стартом присел, чтобы потолок не ударился. Вот прыжки перед рампами. А у меня уже в телепорт сейчас зайдет. Вот зашел. Вот он на рампе. Бум. Прыгнул. Так. Бум. Все, скачем. Попал по спейсингу на эту рампу. На эту рампу. Вообще на... О, ударился. Минус уважения. Вот так вот бывает. Заворот на слик. Так. Использует джампад. Заскинил, по-моему. Или нет? Нифига он залит. Правда, потерял много. Летит в телепорт. Потерял немного после выхода с телепорта. Много прыжок жмешь, комполомус. Да. Поиграй пады и доводишь до худо очень часто. Бум. Волканоид 1.19 плей. И Волканоид, что ж так плохо? Да, он пропрыгал. Пропрыгал, так, на. Так, тут в телепорт. Волканоид играет без худа, это мы помним. Плохо. Как так вот без худа играть дефраг? Как зерк. Без зегр. Не, зерк-то я бы включал вроде на ДФВЦ. Но это не ДФВЦ, чё. Много потерял на рампе. С ИНГФ. В смысле, на какой рампе? На вот такое вот его. Которая вверх шла. Ты видел? Да, немножко это... Подумал, что ЦБ, да-да, походу. Там даже не немножко был. Финиш, хз как... Я хз как проходить финиш. Ну да, но в конце лишний прыжок сделал. И ударился почти в стену, а мог бы просто там раундфрейм сделать и все. Кутригух. А, кузгух. Бля. 1.16 плей. Давай, Димон, говори. Так. Пока что начало такое же. Уже без невероятных прыжков. Использует телепорт. Мне кажется, или он скорость, использует снайпинг тоже. Я не знаю. Пау, да. Не использовал ту рампу. Потерялся. Ударился об стену, там потерял его. Летит, блях, спидлит. О, ты видел это? Да. Видел эти прыжки? Поворачивает, как поворачивает. Худ, правда, не попадает из этого. Да ладно. Яму перелетел, опасно было, наверное. Опасно. После телепорта не потерял скорость. ГФ сделал. Не стал лететь до стены, как некоторые. Да, да. Есть такой момент. Ну все. Все. Дивок 1.16. Ой. Ольп. Маракасы. Много зон скипов для хеллбита в Старфилд. Много хеллбита. Попадает неплохо вроде. Да, нормально. Стрейфишь хорошо, Дивок.
Зивок. Зивок. Опять, что они все врезаются туда? Ну вообще. Это ролл такой, что ли? Походу. Новая мета, блядь, ударяться от стены. Не, ну стрейф хороший в целом. Понимает, что надо сделать. Врезался, надо было нажимать kill. Ну да, может это роут. Ну может быть, да. Потерял скорость телепорта. Тоже не прыгал до стены. Как да. Некоторые. Так. Acid, который OCJD, который не ацид, короче, это не ацид, Дима. Да. Да, это не ацид. Это другой ацид. В стримах сидит почаще, чем тот ацид. Так, бляха. Я сейчас ты мне мозг сломал, недавно проснулся. Что ты делаешь? Минута 13, плей. Не тот ацид, бля. Это не тот ацид, опять я базарю. Как так? Вот ацид, напиши мне, напиши в комментариях, это ты тот ацид или нет. Если ты не тот, короче, то ты знаешь, о чем я. Если ты тот, то ты понятия не имеешь, что за хуйню. Ты тот? Ты торт или не торт, давай говори. Ну все неплохо, стрейфит-то нормально. 7-7-7. 7-7-7, 3 топора. Да. Заскимил! Роуты! Пошли, пошли. Так. Егор, пошли. Пошли, пошли. Так, скачет но. Ты что, уже пришел, Димон? Куда пришел, да. Блин, нормально все, и по траекториям хорошо, и стрейфит хорошо, и нигде пока не запинается. Точно один тот не тот. Это точно не тот отсып. Это другой, это Acid. Ну я его обозначил как Димон и Диман, а там Ацид и Эйсид, короче. Ты его обозначил как Димон и Диман? Нет, я вас с Диманом обозначил как Димон и Диман. То есть это Диман? Нет, это, блядь, Димон. Короче, это не тот Ацид, про которого мы думали, это другой Ацид. Сдарь. Пашка, 1.13, плей. Не, ну Acid нормально, стрейфит, конечно. Но Пашка, да. Походу, чуть лучше. Я уже думал, в телепорт не пойдет, так стрейфил. Ну. Так, много скорости. По спейсингам все хорошо. Тоже не ударился об стенку. Очень много жмешь прыжок, Пашка. Прямо очень много. Я вам говорю, наверное, уже на протяжении 100 варкапов, блять, не жмите прыжок так долго. Почему вы не над этим не работаете? Я-то буду сидеть и молчать, если вам все равно, что я вам советую. Классный обзор был. Да, будем смотреть демки молча, смотреть карту молча. О, нормально, кстати, подрезал. Вот давай так, короче, вот кто вот жмет долго прыжок на стрейфе, вот того он просто, ой, он долго жмет прыжок и все, молчит просто. Да, давай, давай, это хорошая идея, кстати. Не, реально, потому что я вам реально очень давно уже всем говорю, не жмите долго прыжок. Это основная мелочь в стрейфе, вы можете не попадать в худ, плохо там передвигать мышь, что-то еще. Но нажимать прыжок нужно стараться именно в момент приземления. Все, с этого момента. Мы начинаем, если человек долго жмет прыжок, мы просто говорим, что типа, ой, прыжок жмет долго, все. И до связи. До связи, да, и до связи до следующей демки. Кузлех, 12, минута 12, плей. 12 секунд. Да. Говори сразу. 6 минут, сервер тайм. Ну, все понятно. Может, он в демо-мапе задрачен. Может да? Быть, да. Вот, жмет нормально прыжок, Кузлех, смотри. Кузлех, да. Вот Кузлех, красавчик.
Про Кузеха мы поговорим. Чё, попиздим? Давай, попиздим в него. Ну, ага, смотри, стартипер. Бля, опять долго живет мужик, да вот. Ну ладно, там. Да, это уже после середины каждого. Ну ладно, да, это простительно. Но на старте надо... Ну, это, ну ладно, не, нормально, жмет, короче. Нет, какие поблажки пошли, типа, середину карты, блять, лишь бы попиздеть тебе, Димон. Че попиздеть, че за? Смотри, 1200. 1200, потерялся, мне 700 потерял. Смотри. Сейчас, а, блядь, мне показалось, что он сейчас в яму то прилетит. Ага. Да, ну прилетел эту яму. Да, другую. После телепорта не потерял. Во. Но он пытался, не, это почетно. Он знает, что вот этот путь короче, как бы справа на финиш. И он попытался по нему пройти. Но там спейсинг, я думаю, что на лоу скилле, так сказать, на мидл скилле, очень тяжело спейсинг, типа, посмотреть, увидеть заранее, получается, не получается, и как-то подровнять себя. Томми, 1.12 тоже, плей. Так, жмет ли долго прыжок, сразу смотрю. Ну типа. Жмет, да, долго? Да, много заранее, смотри, нажимаю. То есть телепортов не считается? Ну смотри, как долго жмет. Вообще жмет. Вообще, он жмет настолько долго, что у него... Скорость набирается хорошо только когда он уже приземляться начинает, типа. Рампах не считается. А чё, внутри молчим, да? Ну, бля, а Томми давно смотрит, я ему говорил уже, что не жми долго прыжок, интересно. Ну, все, надо не жать прыжок так долго. Да, вообще не надо жать прыжок, ну. Вообще, пешком проходи, бля. Ну, нормально, со стрейфил нормально, но, блядь, прыжок не надо жать так долго. Так, Лунтик, 1-1 сплей, блин, подожди, нет, заново, я слишком рано запустил. Так, давай, плей. 1-1 слунтик, давай. Ты-то, надеюсь, не будешь жать прыжок. Адекватно. Нормально. Нормально жмет. Сервер тайм, главное. Да, сервер тайм лунтиковский, так сказать. Да. Нормально. Нормально, стрейф. Ты что, вал стрейфом там, да, в телепорт запрыгивал? Тоже плюсик в карму. Руты! Как он стрейфит, как боты, посмотри. Вообще. Насколько я рампер пропрыгал. Нормально. Да. А ты чё, там ты чё смотришь? Нет. Он уже яму прошёл. Да, вот он, две ямы прошёл. Раз, телепорт. Да, телепорт. Так. Опа! Нету патрона. Да. Опа! Нормально. Нормально, да. Главное, исполнил свой ролл, значит. Красава. Значит, да, демка принята. Прозаров 1.10, плей. Смоленск. Ладно, Мразаров недавно шлёт демки. Нет. Поэтому, если он долго будет жать прыжок, то мы тебе скажем, Мразаров, ты долго жмёшь прыжок. Надо со следующего варкапа начинать. Думаешь? Походу. Там тень в форме, хуя, пиздец. Ну ладно, давай со следующего. Короче, все поняли, да? У вас на следующем стрейфе только замечу, что вы долго жмете прыжок.
Бан. Ну, почти. Точнее, мьют. Мьют, да. Пропишу себе мьют. Ну, нормально. Ну, что-то и так молчит. Что-то и так молчит, бля. Ну, я не знаю, тут как-то сама карта по себе такая в Q3 не очень веселая. Тут нечего особо так прям рассказывать, что нету каких-то тяжелых срез, чего-то еще. Тут типа вся карта заключается в наборе скорости, и все. Вот мы, бля, придумали наказание. Молчать на стрейфе, да мы и так молчим. 1.10, кипиш, плей. О, динозаврик, бля. Да, ба. А еще я зеваю, потому что карта прям скучная. Да, я еще отключил недавно, проснулись. Да. Спережитай, минута, смотри, перебил, сколько людей за минуту. В натуре. У тебя есть бит на то, чтобы уменьшать звук? Нет. А у меня есть. А пусть все слушают. Что кипиш так прыгает, и все пиздят на кипише, что кипиш смени, сука, динозавра ебаного. Ну, может, он этого и добивается. Мол, чтобы на него так обратили внимание, например. Например, Димон. Например, Димон. Сука, я выключил звук, чтобы ты его озвучил, что ли. И раз в жизни не поверю, что тиранозавр Уэкс так орёт, когда падает. У него, если чё, огнемёт во рту. Вряд ли тиранозавр орёт. Бля, да мне поебать, чё у него во рту, он динозавр. Аренд 1.07. Вышли из 10 секунд, красавчики. Плей. Класс. Сожму класс, Дима. Сожму класс. Так, прыгнул перед рампой. Сервер тайм, просто меньше минуты, ты понимаешь? Да. Не, стрейфит хорошо, кстати. Очень хорошо стрейфит. Стрейфитный, да. Мальчик. Попал на рампу вообще. Вообще хорошо попал. Перелетит яму? Мог бы перелететь, наверное. На скорости 1000? Ну, не знаю, сколько там надо. Там 1500 еле перелеталось. Ох, смотри, как с ГФ она слик перешла. Красиво. Вот это рассчитано, конечно. Рассчитано. Смотри, как почти что с края. На тоненького, нормально. Классно, классно. На тоненького. По-моему, он словил овербаунс на слике. А, банит. Давай! Нормально. Прошел. Вообще качественно, вообще молодец. Очень классно прошел. Стрингест 1.07 тоже. Ты его видел? Где-то да, я видел его тоже. Плей. Так, Стрингест, что скажем? Мы долго прыжок, помолчим. Точно долго, да? А когда долго, переходит в короткий, типа. Бля, Димон, что за вопросы? Лучше скажи, что он стрейфит хорошо. И на рампу хорошо попал, смотри. А мне молчать и перелетел! Я говорю, надо было перелетать, там же видно прям. Да. Пилу надо было перелетать. Очень хорошо идет. Еще 200. Не, ГФ здесь слишком сильный был, поэтому много скорости, по идее, потерял. Без сна поиграю. Ну, я в Q3 тоже без сна поиграю. Ой, вот ну, здесь понятно, очень хорошо завернул. Походу, лишка занервничал, там мимо худо промахнулся. И опять. Или на высоких скоростях просто не очень комфортно. Еще подтормозил качественно. Все вообще красиво. Красиво, Стронгест, молодец. Что? Пока что топовую концовку никто не использовал. А какая топовая концовка? А там рам, вот эта стенка такая есть, которая тебя направляет очень классно на скип. Мне кажется, ее не надо юзать. А-а-а.
Ну как хочешь, как знаешь. Вот посмотрим. Ладно, вот посмотрим. Ты-то валидировал, да? Валидолил демки? Нет. А кто валидировал? В нос. В... Нет, времени не было в тот момент. В нос. Брич 1.06 плей из Швейцарландии. Не, ну Брич топово стрейфит, но не лучше нашего Никиты, между прочим. Нашего. Нашего. Мы его себе присвоили. Ну он же Вандета. Ай, на рампу чуть-чуть не долетел. Кто говорит? Ты говори. Я говорю? Смотри, как Строфит говорит. Нормально Строфит, но можно и получше, походу. Да, надо лучше. Зону-то не дожимает. Опа, об стенку ударился. ГФ четко работает, классно просто. Скорости, скорость, много скорости. А лотов скорости. Да. Много спид. Это про тебя, Дима. Это ты много спишь. Я спал всего 10 часов. 10 минут. 10. Да? А я спал сегодня 5 часов, Димон. Нафига? Потому что так случилось. Ладно, хорошо, простреливай. Айди, давай, 1.06, плей. Четвертое место. Я говорю, да? Говори ты, давай. Что ты говоришь? Давай ты говори. Ага, ясно, все, опять я. Опа, на слик как попал, четко я. У тебя тоже демка потерял. Немного лагает? Не-не-не. Но она как будто бы FPS не 60, типа. 60, считай. У нас их 120. Да, лагается. Ну, такая, типа, как будто прерывистая, да, какая-то. Ну, типа, рваная. Рваная. Хм. Это что? Это что? Сегментирован. Демки склеивал, да? Так, ГФ и четкий, но недостаточно четкий на самом деле. Не-не, нормально, сделал все. Мне кажется, так быстрее. Блин, ну. Я черт знает, я не употрешу. Ой, хорошо, здесь все завернул. Скорости мало, а потом выиграл. Почему мы обзорим вокруг три стрейфа, если мы не знаем, как быстрее? То есть ты предлагаешь вокруг три стрейфа вообще не смотреть демки? Ой, в конце да, очень вообще, много да. Потерял. Да. Потерял. Очень завернул тяжело в конце, айди. Ты давай снайся, а лучше. Блин, ребята, извините, что я зеваю. Прям я реально что-то не выспался, и карта такая, типа, знаете, очень тягомотная. Поэтому... Так, Undead дурочка, 1.05, плей. Охотник. Да, охомник. Ясно. Аксомнук. Аксомнук. Как там вчера барана звали? Пыч-пыч? Быч-пыч. Быч-пыч. Это правильно надо произнести. Да, быч-пыч. Прилетаем-то 8 минут. Кстати, ребят, кто смотрит этот обзор, сейчас, скорее всего, идет стрим на Твиче. Заходите после обзора. Сидим с Димоном, пиздим на стриме, ребята, заходите. Возможно, даже со мной, между возможно, Димон. А что, ты не хочешь со мной? Я не знаю, отстань. Подожди, я тебя могу в будущее смотреть? Да. Может, в будущем метеорит упал на Урай? Я в курсе, сижу, на Урай? Прицел, да. Блядь, под GPS, нахуй, да. На Урай. Лечу. Короче, очень много скорости. И ох ты, смотри, какие ГФ. Нормально. Цикиски. Да, качественно. Америкашка. Про кей-поп. Про кей-поп? Топ-3, кстати, бля, топ-3. Топ-3, Альмера, топ-2, про кей-поп. На туре про кей-поп? По-моему, да. Плохо, плей. Так, про кей-поп. Россия, Москва. А, да, наверное, про кей-поп. Стрелял в потолок, не нравится ему потолок. Да, потолок. Русское изобретение потолки его. Бля, много скорости. Долетает до рампы? Долетает сразу до рампы. Все, это минус джамп, считай, Димон. А че, бляха? Стропительнее? Походу, Димон, смотри. Смотри, Игорь.
не очень хорошо врезался в стену, можно было получше. Да. Было. Смотри, как надо врезаться в стену, покажи. Я могу видос скину. Я посмотрел на видос, где ты врезаешься в потолок. А потолок тоже, на самом деле. Ой, вот здесь, конечно, ну, по спейсингу не очень хорошо здесь все сложилось у него. Ну, там, на склоне, так сказать. 200, после телепорт. Хороший ГФ, но, ну, конец медленный. Конец медленный. У Альмера получилось гораздо быстрее. Альмера вообще красава. Полный вандеда. В натуре. Так, ивух. Минута и один. Просто всех на 3 минуты. Ой, секунды. Ну, почти на 3 секунды, да, обогнал всех. Ой. Сувертаем, зацени. Нормально. Все, смотрим, качественный стрейф. Качественный стрейф. Вжух. Вот, видишь, про кей-поп? Ух, почти 1000 оттолкнулся от стены, а у тебя было 800 или 900 там. И ГФ здесь раньше он сделал. ГФ. 1300, не видел, что происходит. А я видел. Ты видел? Где да, видел? У кого-то видел. Я не помню. Я, может, моргнул. Вот. Ясно, кто у Альмеры дорожку украл. Да. О, смотри, перебил. На 40, да. Шминт привет. А это получается ошибся порол, и все. Ну и на то я и не буду. Да, в натуре я же сказал. Че, Степан первый. Блин, надо было демку отправлять. Орбупак. Что это? Орбупак. Какое? Второе место. Орбупак. Что это, варпак? Так, ладно. Быстрый X8 русский КТП. Минута 01. Плей. Кто говорит? Ты. Сейчас. 2 минуты сильвертаем. Все понятно. Опа, в Q3 дорожка. Должна. Минус секунда, пацан. Че? Пацан, считай. Вот это я сказал, да? Да. Так, в Q3 дорожка. Опа, не в Q3 дорожка. Да, все. Из оригинальности. Опа! Не выку три дорожка, смотрите его. Слик не скипал, ну там много скорости. Ну да. Чампат не использовал, не выку три дорожка. Не выку три, да. Прилетит? Я бы не прилетал. Зачем? Да зачем, конечно. Я же, говорит, не выку тришник прилетать. Долго я выку три роут. Летит, завернул, вообще классно. Да, нормально. Финиш, кстати, хороший, вышел. Плавненький. Кузлех, 55 секунд, плей. 55,5. Говори. Circle не очень, Кузлех. Но зато спэм дорожка. Хороший дабл джамп. Еще один хороший дабл джамп. И еще один хороший дабл джамп. Прыгает на Маус 2. Че ты взял? А вот вижу своим зрением. У тебя вебка там вебка, что? Да. Видит, бляха, своим зрением. Врезался, как и в Q3. Очень жаль. Ну, подлетел, зато поторопился. Да. Кнопка вперед здесь заворачивал, это неправильно. Потерял. Терял с даблджа. Яму не перелетал. Да, надо прилетать на безумной скорости. Боковыми стрейфами, Кузлех. Ты программист или кто? Врезался. На, что завернул. Ну, возможно, на таких больших скоростях ему тяжело маневрировать, поэтому так произошло. Так что не знаю. Вулканоид 52,8. Плей.
Да, на слик ты сразу не попал, видно, сразу сервер тайм 6 минут. Так, нормально так, ты повернул там. Но это все-таки медленно, нет, это в Q3 дорожка, нам у нас тут СПЛ. Перелетал тут яму, заворачивал. Тоже забыл, что у него есть боковые кнопки, что можно отжимать кнопку вперед, оказывается. А что-то он в худ попадает, да? Чё тут? Нет, а вроде попадает. Ну, на чуйку играет. Я тоже буду попадать. Ты помнишь, мы с Экстеном играли вообще этот... Элка Вуди без худа, без всего. Без прицела. Элка Вуди. Элка Вуди. Нормально. А, гмук точка. Не последний. Это 1-1. Плей. Так, через даблджамп, 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 все хорошо, скорости набирает хорошо. Наверх залетает, вылетел на 1000, хорошо. Хорошо. Яму перелетаем, хорошо. Здесь даблджамп, надо было сразу направо лететь, сразу направо, без второй рампы. Тогда надо было, если даблджамп получается. Я не знаю, что тогда, мою демку тоже посмотрим? Наверное, а у меня ее нет. Раз 38 там, у меня-то 36, хотя бы быстрое прохожение. А, у меня есть демка Анха, кстати, можно Анха лучше поделать. Давай. Чао. Вот сейчас будет демка человека, который жмет на прыжок долго? Хардкор? Не знаю. Может и Фокс долго жмет. А может ты кто? Дебил. Может Степан. Может Степан долго жмёт. Степах. Хардкор. 48.4. Плей. Давай ты говори. Я говорю. Говори давай. Ну смотри, говорю, значит, на слик. Строфит на слике. Набрал 1400. Нормально. Спидлида пока что. Так. Летит, летит. Ты демку кидаешь? Да, 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 говори. Так, не пойми меня, Димон. Так, он сделал, залетел тут, сделал свою дорожку, между прочим. Так, вот так же через эту ямку. Кое-как завернул. Егор, тут такое было, пока ты тут кидал, да? Ой, синюю ветчину. Перелетит, смотри. О-о-о! Перелетел. Еще перелетел. Ой-ой-ой. Чё ж ты забоялся-то, хардкор? Перелетел бы яму там нормально, заблджал. Ну перебоялся, шо? Ты бы вот не перебоялся на его месте? Нет. Я бы рисковал и зафейлил. Класс. Будьте как Вуди, фейлите. Да. Без фейлов нету прогресса. Да? Так что будьте как Вуди. И демок на варкапе. Да. Серггикус. Лей, 48.0. Ты там качаешь, Димон, да? Я все скачал в ней просто. Так, хорошая скорость, много скорости. Наверх сразу залетает. Да, залетает сразу наверх. Так, дрейфт хорошо, все хорошо. Яму не перелетает, прилетает другую. Так, с даблджампа, нет, без даблджампа. Потерял очень много скорости на смене стрейфов. Над этим надо поработать. Яму перелетел, все хорошо. Так, будет перелетать вторую. Нет. Ну тут уже по спейсингу у него не подходило на даблджамп. И опять много скорости потерял на смене стрейфов. И финиш керри. Да. Лолипополиню 43.8 на 5 секунд почти перевел. Ладно, на 4.2. Ну, не суть. Лей. Давай, говори, Димон. А я пока еще демку поскину. Я демку такой, сейчас думаю, закину место одно. Скидываю, а она у меня уже есть. Да ладно. Забыл. Уже скачал и так. Летит Лолипополиниус, огромная скорость, просто огромная летит, вообще не теряет, повороты на АД делает.
Вот Кузлех, смотри, как надо. Цик почти перелетел. Заскинил. Почти попал в зону. Дабл джамп! Перелетел! Летит! Потерял скорость немного в стену. Так, летит. Жух, пролетел. Класс. Жух. Так. The Mr. Fox. 43.6 play. Так, Fox. Фокс, ясно всё. Фокс. Слушай, нормально стрейфит. Очень поздно начал набирать скорость, надо было пораньше в полете там. Ну ты знаешь, скорее всего. Полджамп хороший. Тоже, никто пока яму не перелетал эту. Все проходили через лево. Фига. Скачет. Да. Как москаль, смотри. А москаль так не скачет. А москали не скачут. Нет. Перелетел еле-еле. Да, чуть не зафейлил. Руки трясутся, бля. Бля, говорит, плюс фрейм иду, добью. Ну, верно. 43-69, Димон, между прочим. Да, а дальше идет 42-69, Димон. Ой, на секунду быстрее. Фишинка Love Planet Play. Кто это может быть? Какая-то вишня, походу. Угу. Внезапно. Говори ему. А я-то думал, что это рыба. Летит. Дабл жапит. Перелетит. Перелетел в яму. Первый человек, который перелетел в яму. Минус слип, почти. Перелетает тут, перелетает там. Я перелетел. Завернул. Почти не потерял скорости. На рампу приземлился. Мы... О, ГМ сделал. О, ты видел? А что ты такой ГМ жесткий? Вообще, откуда появился, непонятно. Так, чуть-чуть перебил кипиш, плей. P6 тоже. Ну, динозавр, когда прыгает, все молчат. Никто не говорит про кипиша. Минус 500 кипиш. Ударился, чё. Минус 100. Минус 800. Минус 1500. Минус 7. Плюс 2.2. Минус 1.6. Плюс 3.2. Минус 2.3. Плюс 3.5. Минус 2.7. Минус 3.6. Минус 3.2. Минус 3.9. 3.4. 4.2. Плюс все как-то. В натуре. Внезапно, блядь. Не, нормально кипиш прострейфил. Только надо стараться лучше, очевидно. 42.4, плей. Шарлон. Бонсуа. Тоже в андедах, кстати, Шарлон-то. Минус фрейм первый чек, Димон. Минус 80 его. Так, завернул. Кто говорит? Завернул хорошо. Не знаю, но кипиши мы вначале. Да. Что из-за моего динозавра все равно ничего не слышно. Так, почти перелетел с ликами. Кто-нибудь перелетит этот самый интерес? Интересно, Димон. Кроме Анхова. Ой, на финише много потерял. Потерял. Да. Так, Sharkosity 42.1. Play. Так, не очень хороший сёркл. По траектории вообще все замечательно, скорость пытается набирать. И зоны свапает хорошо. Здесь, правда, ударился, но ничего страшного. Постреливает опять RG-скрит, RG-скрит. Да не, нет. Не где-то, что держит. Перелетел слик! Первая демка, в которой перелетел слик. Все, он и да.
1900, очень много скорости. И здесь по стеночке красиво повернул. Потерял, конечно, да. Класс. Он потратил пол машингана за карту его. Skykes 42.1 play. А, может, не будем второй обзор писать, Димон? Че говоришь? Я не понимаю. Ладно, ладно, запишу. Какой? Люди не должны знать правду. Но я говорил про игру, мы же летсплейщики еще. А, да, да. Мы летсплейщики? Че играем? Играем в Еластоманию, Дим. Думаешь, что за игры такие? Ну вот и опозрем, так сказать. Давай, живо. Нормально, кстати. Стрейфит скорости, конечно, гораздо меньше, но, судя по всему, вот здесь, да. Гораздо уже траектория. На рампу хорошо попал и на финише не потерял вообще скорости. Почти не потерял. Ой, блядь, как стало. Да, ну, Skykes... Типа, у Skykes, судя по всему, просто больше контроля. Шарк, может, и набирает больше скорости, но зато контроль все равно тащит. 41.1, дебил, плей. Что с дебил? Опять про кипоп? Что за? Нет, по хостовар, либо про кипоп. А, хостовар, вроде бы. Не, про кипоп-то и так дебил, но ник. Надо это. Хорошо, слушай, стрелит вообще. Очень поздний даблджамп. Да, это хостовары. Надо было перелетать яму. Ты из-за этих крутяшек, типа, туда-сюда, и здесь еще слик мог перелететь, но этого не сделал. Как-то очень неаккуратничают, короче, не пытаются найти спейсинг на поле, ну, под свою скорость, типа, просто идут каким-то обычным путем, и все. Это минус, ребята. А стрейфит хорошо. В конце много скорости в конце. Да, ну, стрейфит очень хорошо, но... Реально, столько возможностей, которые вы упускаете, типа вы пробуете, у вас не тот спейсинг пару раз получился, и вы такие, ну ладно, типа, я не буду, значит, искать. Нет, надо искать спейсинг, и просто вы его потом выучите и будете понимать в целом, типа, как карта уже устроена под высокую скорость. И таких вот результатов не будет, будет гораздо лучше. 41.0, дурочка, плей. Типочка, типа фока. 6 минут. Да, ясно все, как Эльмера старается. Не, на самом деле, она вот 6 минут сервер тайм, да, задрочила карту. А все остальное время она делала Эльмера Кап 2. Внезапно анонс пока. Ну не то чтобы анонс. Шманонс. Шманонс, да. Вот перелетела слик. Летела яму. Здесь алотов скорости. Почти 2000. И по узкой траектории. Все хорошо. 1800 на даблджамп попадаешь. Перед рампой был. Ну, чуть-чуть, может. Нормально, нормально. Так, не ларва. Блин, что-то знакомое. Авралин. Аврам Линкольн? Авралин. Болит спина на Маша Авралин. 44, плей. Тигара Сарджа, вот это. То есть получается, Тигара Сарджа направляет здесь модельку. Да. Прикинь, ты такой закуриваешь сигару, ты улетаешь просто. На кул сларт. Да. Вот, кстати, за баджамп и сразу там направо было завернул перед джампадом. Это правильный роут. Здесь тоже все хорошо, очень четко получается. По узкой траектории немножко подтормозил, чтобы не потерять скорость. Правда, на даблджамп при высокой скорости не попадаешь, но ничего страшного. 44, изи. Изи, хорошая демка, спасибо. Так, про кипопа мы не смотрим. Варпак топ 2. Ладно, 41. Топ 3 про кипоп, поздравляем, 41, плей. Это вам не это. За 6 минут. А кто так говорил, Дима? Это вам не... Он вам не это. Кто так говорил? Вот это вот.
А вот кто, да? Кто так говорит? Не знаю, Дима, что у него так серверы? А вот сервер. Каких серверов? Какой сервер? Сервернейм у него нет. Это вам не это. Нику 3DF. Очень хорошо завернул, очень много скорости в конце. Ну, демка, видно, что походу на ВК-3 потратил больше гораздо времени, потому что ЦПМ... А как всю консоль? Лол. Да, такое. Ну, короче, видно, что ВК-3 гораздо лучше, качественнее. Демка, ты про кипоп можешь быстрее в ЦПМ по любасу. 9.9, варпанч. Плей. Ха, не перебью меня. А сколько у тебя? 9.5. Ха. 112 плюсом. Плюс 200. Что произошло? Признаюсь. Так, варпанч. Где ты потерял? Я не понимаю, где он потерял, просто чеки в минус пошли вес. О, нифига. Тут потерял. Да, потерял. Отца тоже потерял. Ну все, я оставил это. Все понятно. Вроде стоит четко. Дамка хорошая, поздравляю, варпак, с авторем места. А, бля, да чё я зеваю, сука? Чё заебал зеваешь? Самого же. Блядь, обзор делал. 38.7 в степах, плей. Первое место, поздравляю, Степан, это, наверное, твое первое место. 1500 на слике. Плюс 24. Плюс 96. А, у меня 33. А, даже, ё. Плюс 300. Плюс 96, минус 300, чеки. О, перелетел сразу сюда. В общем-то, отсюда основной плюс пошел. Потерял скорость при повороте. Тут тактично сбросил. Летит. Концовочка. Нормально. Нормально вообще. Красиво. Хорошая демка. Все молодцы, ребята. Больше таких стрейфов, надеюсь, на варкапе не будет. Таймскейл 0.3, начинаем. Давай, куловскую эту, ну, анховскую. Куловскую? Ну, анховскую. 37.2 у анха, мировой рекорд. Ты готов, Дима? Да, бля, что ты там? Подожди, бля. Готов. Давай, плей. Смотрим. Летит, как-то нормально спрос. Минус джамп сделал таранты. Плюс 500 уже. Нормально нажал. Все понятно. Да? Все понятно. Все понятно, Игорь. Да, Димон. Все ясно. Да. Вот вам браузер, ребята. Браузер. Все комментарии. Почему-то. А может, загрузил? А у меня сейчас не загружается вообще, да? А, ну у меня загружается. Ну ладно, вот, в общем, результаты ровно по 19-м XPM в Q3. Что многие получили минусы в этот раз. Он вообще получил 94. Реально, походу, первое топ-1 его истории. Давайте посмотрим. Да, прошлый раз он отправлял на ДФВЦ... А! Ему дали рейтинг за участие в ДФВЦ 2019 года. Он занял 20 место, кстати, очень даже неплохо. О, participant. А у меня что? А у меня написано? О! Чего у тебя там написано?
Зайди в мой профиль. Я не могу, это функция. 250 рейтинга мне нос закинул на первое место на ДВВЦ. Нормально, мировой рекорд. Да. Но мировой рекорд по минус рейтингу все еще я держу, между прочим, напоминаю. Топ 2 CPM Second Season. Иконочки классные. Ладно, в общем, вот такие дела. Следующая карта, следующий обзор будет по карте Porn Dog 4 Rocket Run. Более динамичный, нескучный, на 8 секунд. Охуенный, Вася, базарю. Все, ребят. Всем спасибо, всем удачи. И приходите на стрим. Всем пока. Пока.